Как вы понимаете, мы в машине. Но мы – это я и моя любимая Ева. И я. Блин, направляла бы эту думочку. И мы едем. Куда мы едем? Сейчас мы стоим на паром, чтобы заехать на паром. И поедем в Финляндию. А там сзади две собаки. Собаки! И мы едем на очередную выставку собак. На выставку собак едем. Сейчас сядем на паром. В общем, наше путешествие небольшое продолжается. Путешествие будет хорошим. Ева тут. Я тут. А еще мы встретили двух наших знакомых хороших. Но они куда-то пошли. И как Ева говорит, в магазине да, со всеми перезаровалась. Короче, поездка будет не скучной. Да. Ты отключился, а мне не отключилось.